Да, говорит, русскому другому. а потом его просто перевернули. Кто перевернул? Он говорит, что это как из снаружи кто-то ударил и отлетел как арбуз. И повращался и остановился неправильно. Им всем пришлось перестроиться. Те, которые были сверху, стали снизу. Им пришлось вместо белых стать темными, вместо светлых какими-то, вместо легких плотными. Что-то еще. Вот идет полностью перестройка. Какую-то фигню рассказывает. Пусть рассказывает, говори. А что стало с главным? Говорит, что у него отвращение, голова закружилась. Угу. Говорит, что он упал, и тогда тот, который был сверху, который был снизу, встал сверху. И забрал себе силу того, который упал от головокружения. Угу. А дальше что было? А дальше они начали биться, кому из них принадлежит трон. И один из них победил, а другой из них проиграл. Кто победил? И они этого уже не поняли. Угу. А я был все это время где? А ты был как неприкаянный сверху и снизу. Тебя всюду было много. Ты должен был удержать и не удержал. Потом что было, когда я не удержал лось? Тебя и другого соединили и наказали, и вы стали одним целым, как два из тех, кто бунт учинил, один это учинил, как зная, а другой не зная. Кое-что проясняется. Мне нифига, но я не обращаю внимания. Я слушаю козла с дудочкой. Вообще капец. Психиатром самим уже надо вызывать команду. Козла с дудочкой, который раньше был барашком, светленьким, вверху, а теперь он стал внизу, и поэтому он изменился, да. Потом стал демоном, и которого мы освободили. Давай всю уж предысторию рассказывай. Чтоб уже окончательно. Кстати, я записываю на всякий. Ну, по крайней мере, ситуация проясняется. Ой, кошмар какой. Ситуация перетурбации с Тором. Одно радует, что сейчас появился... Ну, получается, Творец победил, восстановился. Вот это они не показывают. Они не поняли, кто из них, как, кто надел какую мантию. Они показывают, как у одного одна какая-то вот накидка, у другого другая. И пока они бились, они не поняли, кто, что, где... Они же сами изменились. Хорошо. Потом, как я соединенный освободился, что стало происходить после того, как нас соединили? Меня и второго. Сила из тебя начала переходить второго, и вы оба начали пропадать. И ты, и он первый начал засыхать почему-то, ты второй начал засыхать почему-то, но ты дернулся. Это я помню и чувствую. Спина болит до сих пор, там куски вырваны. Сигнал, который какой-то пошел, как сирена, и тебе помог этот сигнал. Хорошо. Не знаю. Откуда сигнал пошел? Кто? Ты же его хранил, как-то у тебя с ним связь была. Ну да. Он тебя как усиливать стал, потому что если бы ты погиб, и он бы погиб. Угу. Дальше что было? Дальше ты решил восстанавливать. Тебе нужно было сделать ловушку для того, кто делал ловушку. А там огромный камень разрушился.
разные стороны куски, как щепки, полетели. И тот, кто был большим, стал в другом теле, сознанием Бога, но телом не Бога. И он пошел разрушать дальше, а ты пошел отстраивать дальше. Но больше вы не были соединенными. Зачем второму разрушать-то? Он проиграл. Когда Тор полетел как мячик, он из нижнего стал верхним, и ему это понравилось. Он хотел занять себе то же место, которое ему не принадлежало, и он пошел разрушать, чтобы заново смог туда подняться. Если не может подняться по белому, сделает, чтобы подняться по черному. Не понимаю. Да, перестройка оси вращения, перестройка центра тяжести. Перестройка. Хорошо, а как он начал это делать? Все, что помнит, пусть рассказывает. Показывает, как по скале карабкался он. Это не скала, это как по кристалликам карабкался вверх-вверх. Там стоит с той стороны кристаллики, и он цеплялся за них и карабкался. А я что делал? Ты пытался его сбить вниз, чтобы он не полз вверх. По-моему, это схематично довольно, это просто рассказывает о том, что, ну, не на самом деле он там ползал. Да. А кто помогал тому другому? Каждый собирал тех, кто ему поможет. Где мои помощники? Ты был сам. А его помощники где? У тебя был один помощник, да, он превратился в не помощника, в создание, которое было глупым. Это кто? Такой, как ты, почти. И тогда ты понял, что на богов рассчитывать не нужно. А, Тантал. Угу. Да. Они были подвержены влиянию коны и не могли помочь. Коны оказались уязвимые. И Ну что он дальше делал? и другие не могли помочь. И что я Ты стал был делать? на уровне Бога, и Боги не могли помочь. И ты перестал их привлекать. Почему я не изменился? Почему я не стал глупым? Ты держал весь торт, ты не мог быть подвержен воздействию первого. А потом тебя изменили. Ты играл в карты, и тобой играли в карты. И твоя карта была бита. Но ты сам так захотел. Тебя обыграли просто. Не знаю. Боги не могли помочь, и люди не могли помочь. Ты искал кого-то? Нашел какой-то выход? А с ними что произошло дальше? Они остались внизу и попали под того, кто был внизу.
Но он не был постоянно, он карабкался вверх. Только когда падал, опускался вниз, а потом обратно подымался. Ему нужно было тебя обогнать. Пока ты был битой картой, он полз вверх. Кроме нас двух, кто еще был? Игроков. Из игроков. Были еще игроки? Да, были. Но так как он был сильнее, игроки были на его стороне. Всегда перебегают на сторону сильных. Из тех, кто перебежал к нему, кто-то еще выжил? В какой-то мере выжил, в какой-то мере убит. Нельзя ничего уничтожить в Торе полностью. Отголосок и эхо остаются все равно. И в любой момент это эхо может стать новым сознанием. Те, которых ты разрушил, живут в памяти Тора. И они могут восстановиться. И придет обратно время качаться врачу, мячу какому-то. Что мне сейчас еще мешает восстановиться? Тихо, козлики пусть не брыкаются. Да блин, ты заметил? Бодаются. Ну так ты дернулся, а он вот так. Чё ему надо? Чё он против? Не знаю. Фу, не, ну это... Вот это подлость. Козлики просто... бодаются, да. Я просто слушала его. Да. Вот за шо он ко мне, я вот так полез. Просто так. Он боднул тебя. Ну да. Бьет, значит, любит. Это у него эмоции, это ему понравилось. Спасибо, добрый человек. Козел, добрый барашек. Бывший барашек. Бывший сатир. Что-то меня козлы любят. Теперь слушай. Просто козел. Тяжкая женская доля, да. Тянет тебя. Не смешно. Да. А куда уж, сколько трагедий. Сами козлов выбираете, а потом не смешно. Фу, минутка отдыха прошла. Давай смотри дальше, что, слушай. Что он скажет? Траву жрет. Алиса милофон не говорит? Вспомнилось. Просто вспомнилось. Сейчас я на него как-то настроюсь. Угу. Ну ладно. Да, он будет говорить. Что еще мне мешает восстановиться? Память. Отсутствие либо присутствие памяти. Несоответствие памяти, он говорит. Да. Где моя старая память? Да, она нигде, она внутри зажата, он говорит. Хорошо. Что мешает Моне освободиться, восстановиться? Говорит, ей все мешает. А поконкретнее покажи, что ей мешает. Говорит, что настроена она не так. Это да. А почему она не так настроена? Говорит, что кристаллик в человеческом теле не так, некомфортно, трудно.
Ясно. И тебе трудно. Да. И другим трудно. У кого не соответствие внутреннего и внешнего, он говорит, всем трудно. Так нужно. Для того я устанавливаю. Но я многое забыл. Мне нужно память восстановить. Спасибо, что вы помогаете. Спасибо, что за ушком чешете. Дурак. Я просто, чтобы он не бился. Хорошо. Буду фильтровать. Ты же не записываешь больше, да? Записываю. Не, ему тоже нужно. И общение, и любовь. Как дела в его вселенной сейчас? Трава растет, говорит. Это хорошо. Иногда это главное. Где остатки того другого еще есть? Активные, сильные, мешающие. Они постоянно есть в Торе. Он говорит, что каждая молекула помнит о всех, кто есть и кто был. А как убрать помехи, чтобы они не мешали? Потому что это же всем нужно восстановиться. Это даже ему нужно восстановиться. Он говорит, что убирать не нужно помехи. Нужно перестроить, и тогда они сами перестанут быть помехами. Я как бы это и делаю, но они же мешают, вот в чем дело. Че ты Бог от него хочешь? Он козел всего лишь. Мы просто разговариваем, общаемся. Что он часто с богами говорит? Раньше часто говорил. Хорошо. Но только не так ласково, как ты тут говорил с ним. Но и он был в другом обличии. Пусть вспомнит, в каком обличии он был, когда Бог с ним другой говорил. Он был злой. И он был не козлом, а с рожками. И с он другими был функциями. Отражением сути того, кто с ним говорил. Ну, то я сейчас я с ним говорю, поэтому пусть меняется под мое отражение. Больше человеком становится. Да, трава растет. Пусть травы будет много. Пусть он всем скажет, чтобы травы было много. Всем, кому, кто может его услышать. Ты не должен быть или внизу, или вверху. Ты должен быть и там, и там. Может быть, я так и буду, но я пока только человек и делаю, что могу. Наверху есть тот, кто наверху, он восстанавливается. А кто сейчас внизу? Он видит? Он знает, что тут есть, кто снаружи шарик катает. Как арбуз, который созрел, его отрывают от плодоножки и несут куда-то. А кто это? Какое-то слово, такого слова нету. Говори. Да нету, я не понимаю, как растичий, но это же не слово. Растичий, ну... Ну, кто растит? Ну, по-другому оно звучит как-то. Садовник.
Есть возничий, есть растичий, да. Все логично. Нет, садовник это который в саду, а у него нету сада. У него все и сад, и все. Огородничий, владелец огорода. Нет, ни огорода не ограничивай, говорит. Ну, условно. А сколько таких еще созревших, либо не созревших плодов у него? Он этого не знает. Он не смотрит так далеко и не помнит этого. А раньше он собирал наш тор? Носил уже? Кувыркал. Кувыркал. Когда они были барашками белыми, а потом стали козлами черными. Это же и был кувырок. Чтобы лучше созрел. А он не носил еще никуда, просто переворачивал, получается. Как треснул, и семечки прорастают. Вот как арбуз такой трескается, и семечки высыпаются, мякоть, все потом прорастает. Чтобы были другие торы, но у нас наш-то тор остался. А те, кто пророс, куда делись? Он говорит, что из семечки вырастает такое же, как было до этого. Семечко хранит в себе память того, из чего оно выросло. Где семечки, которые проросли, которые выпали из нашего тора? Не знает, куда они попадают. А кто такие семечки? Говорит, что семечки тоже есть пустоцветы, а есть цельные. Где цельные семечки? Что это такое? Говорит, это те, которые несут в себе информацию обо всем и обо всех. А те, которые пустоцветы, это сделано искусственно. А вот те, кто несет информацию, они где сейчас? Может показать? Они выпали из Тора. Он не может показать. А пустоцветы остались? Пока да. А может показать сейчас? Может. Что он называет семечками? Пусть покажет. Те, кто несет в себе информацию, он говорит. Те, которые искусственные и настоящие. Ну а кто это? Это боги, это люди, это вселенные. Что нет, он называет семечками? Это люди даже не считаются за что-то. И вселенные. Как кристаллики, как семечки, он и показывает мне. В прошлом можешь показать такие семечки, которые раньше были, но сейчас уже ушли? Покажи ему. Да, показывает, он показывает. Вселенные созрели, чтобы им делиться, и чтобы было места много раз, и треснул тор. И из каждой семечки новый вырос. Он такой же, он даже не знает, что он отдельный, он как тот же. Информация о том первичном просто скопировалась дальше и все. Да. И любой может стать, в принципе, создать свой торт, даже не то, что вселенную. Зачем кому-то перекатывать, переворачивать, не знаю. Это ему не рассказывали. Спасибо большое, он помог. Много хорошей травы. А за другим ухом кто почухает? Даже ошейник какой-то уберу. Призрак ошейника был.
от красно-черного, от того другого убираю. Теперь они свободны. Если никому вредить не будут, они свободны. Спасибо за помощь. Не будут. Хорошо, да. Спасибо за разговор, еще пообщаемся. Когда-нибудь пообщаемся. Что, ты что-нибудь понял из того, что он рассказывал? Да. Я нифига не понял. Сейчас обсудим. Это все понятно. Траву жрали. Да. Это понятно. Это понятно. Что траву они жрут, это понятно. Да, надо было еще кое-что пообсуждать, но потом. Пока достаточно.